Вань, прежде всего спасибо за игру. 2-1, обидное поражение. Как его прокомментируешь? Обидно очень, да. В принципе, играли, сражались. Да, северные ирландцы были, наверное, чуть ближе по моментам, острее играли, но все-таки и у нас были свои моменты. Но, конечно, обидно пропуская проигрывать в конце игры, но это футбол, что поделать. Что, на твой взгляд, было ключевым фактором, что качнуло чашу весов? Да я не знаю даже, все-таки была боевая, мне кажется, плюс более-менее равная игра, но все-таки момент какой-то, и так получилось, что они забили этот момент в конце, поэтому, не знаю даже, что сказать. Много физической борьбы, ожидали ее или все-таки в какие-то моменты перегибали палку ирландцы? Нет, конечно, ожидали, все-таки команда боевая, настырная, поэтому такой игры и ожидали, она такой и получилась. Все ребята молодцы, все здорово играли, но это футбол все-таки, поэтому, расстроено, конечно, очень.